Здравствуйте! Сегодня на обзоре Cross Back Elite Hex от MTAG. Сумка имеет множество нестандартных решений, да и сам крой позволяет максимально эффективно организовать носимые вещи. При этом универсальные размеры в 48 на 20 на 16,5 см позволяют удобно носить планшет или небольшой ноутбук. Главная фишка сумки – это, конечно же, испанская застежка, которая позволяет молниеносно открыть оперативное отделение и быстро извлечь оружие. Хитрая система крепит застежку в удобном месте, причем неважно, вы левша или правша. При правильном расположении отдел удобно отпирать любой рукой. В этом же оперативном отделе, кроме планшета и кобуры, можно крепить фирменные модули-органайзеры MTAG. Эта система удобно размещает все необходимые вещи, причем эту панель можно быстро переложить из одной сумки в другую, не извлекая всего содержимого. Далее идет центральный грузовой отдел, где на задней стенке имеем три открытых кармана разного размера. Передняя стенка оснащена сетчатым карманом на молнии для мелочевки. И, наконец, фронтальный малый отдел на задней стенке оснащен органайзером с открытым карманом и эластичными креплениями, поверх которого вшиты две петли для зацепа страховочных тренчиков или ретракторов. В лицевой части пауч оснащен карманом на молнии для вещей быстрого доступа. Сумка исполнена из кордуры Hex с плотностью 500 денье. Материал имеет большое сопротивление к истиранию и разрыву, выдерживает большие термические нагрузки, тем самым позволяет использовать пауч в любых самых агрессивных условиях. По правую, левую стороны и на фронте имеем стропы моли для размещения соразмерных внешних обвесов. С обратной стороны пауч имеет дышащую мягкую накладку, которая плавно переходит в основу плечевой стропы и позволяет комфортно носить сумку долгое время. На фронте плечевая стропа MilSpec имеет небольшую моли-панель, чуть выше имеем скобу настройки стропы, которая позволяет подогнать пауч под человека любой комплекции. Все имеющиеся замки молнии представлены японским брендом UKK, при этом бегунки снабжены темляками из паракорда, которые позволяют пользоваться замками, не снимая перчаток. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!